Приветствую всех, с вами Странник, и продолжаем проходить метро Exodus. Так, я уже все себе апгрейдил с автоматом в прошлых сериях, в принципе. Поэтому проблем, я думаю, не возникнет мне больше ни с чем. Артём, мы на позициях, ждём. Угу, я вас понял. Так, давайте посмотрим, что нам делать вообще. Так, ох, нам направо прям-таки. Вообще нам направо, так. Крест точно предсказал появление торговца. Караван остановился в порту, спартанцы кружили его и готовы к захвату. Мне надо подготовиться и отправляться на встречу с отрядом. Я понял. Окей. Сейчас встречаем караван. Я думаю, что нам караван как-то бесшумно захватить. Так. Да ладно вы. Надо хоть с винтовки пострелять. Причем винтовка, ой, винтовка, автомат, он как-то криво стреляет, на самом деле. Так, вот лодочка. Сейчас мне этот отомстит, да? Чудик заплюет меня. Ну, передвижение по канатам тоже прикольно, конечно, но тут их нет. Как я почитал, то есть будет еще несколько локаций, как минимум две. Бежим. Палим отседова. Да, можно потратить. Мы, наверное, уже блутали, да. Ой, я кого-то раздавил. Иди отсюда. Тоже все проверено нами. Так, подождите, а где-то мы тут могли выход найти? Ладно. Да, это здесь. Где-то здесь. Только что лазер видел. Зеленого цвета. Где? А, вон синяя горит. Давайте поднимемся. Я не думаю, что надо по земле спускаться. Я здесь. Обнимашки, обнимашечки. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. И? Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец.
Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охраны человек 15. Четверо у трапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте. Готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Ну и ники у них. Разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Окей, я понял. Ничего возиться, уложить их всех, и дело в шляпе. Прекратить базар. Артем, командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Я тоже так считаю. Артем, может, дождемся темноты? Будет проще пройти охрану. Наверняка кто-то заснет. Тут в кабине можно отдохнуть пока. Ну давай. Так, мы это уже здесь были, да? Когда бегали, прыгали. Ну давайте, переночуем. Где Анна? Стоп! А как я так пропустил? Окей. Так, ну что, давайте ночь. Спокойной ночи всем. Будильник, вставай. Самое время. Окей. Попробуй пробраться на буксир, а мы прикроем. Так, сохранение идет. Всем напоминаю, после захвата буксира мы с Сэмом и идиотом возвращаемся на Аврору. Артем и князь с крестом идут на буксире к мосту. Удачи нам всем. Так, куда мне двигаться? Анна. Мне надо было, наверное, спуститься, скорее всего. Оглушить тех, наверное, в подземелье, которые там. Тихо. Я мог же спуститься тем другим путем, ладно. Давайте глянем, что у нас тут в условиях. Наша основная цель не перебить торговцев, захватить буксир. Мне нужно выбрать тактику, которая позволит нам захватить капитана буксира, матросы, не соперники, бойцам ордена. Спартанцы поддержат меня и будут действовать по ситуации. Да? Я помню, когда мы здесь впервые встретили чудилу-мудилу. А, и можно было там через дверь войти. Зря я этим путем пошел. Держись в тени. Блин, они же меня увидят. Угу. Я понял. Окей.
То есть он там стоит и пасет. По-любому у меня. Тактика не подходит. Я понял. Я, кстати, здесь даже толком ничего. Это свой или не свой? Да, свой. Давай за мной, только блин, так крест. Я не посмотрел, Ник. А, так это он был. Вот я тупарь, я его испугался. Тихо, тихо, тихо. Смотри, там на борт влезть можно. Давай я их отвлеку, а ты туда. Спрячься здесь и жди, пока пройдут. Блин. Это еще чего там? Да куда ты бежишь? Лучше всех надо, что ли? Да мне бы оно и нафиг не сдалось, но проверить надо. Ладно, давай глянем. Если сожрут тебя, отомщу. Ну да. Задницу мне не прострели, мститель. Блин, чтоб меня не заметили. Тихо, 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 тихо. Надо их и разъединить как-то. Смотри, слева. Блин. Слишком заметно будет. Они вдвоем идут. Он выстрелит, по-любому выстрелит. Ядрит Мадрид. А чё они так вместе идут? Да ничего и нет. Ну и ладно. Я прозевал. Пошли обратно, пока не вернулась. И то верно. Пошли. Я прозевал. Если что, заново начнем. Они как-то криво пошли вместе. Я ничего не мог сделать. Так, опа. Пропущен мной. Но это же потом их позовет. Хорош. Свет вырубили. Пока криво я все сделал. Так. Ну что, в этот раз до самого нижнего пойдем? Нет, километров за 20 поворачиваем. Ну их, психов этих. Ты про пост, что ли? Ну а про кого? Эти доблестные защитники. Осторожно, справа. Главное, пока разгружались, все нормально было. А как платить, так мы сразу восточными варварами стали. Вот сволочи. Ну так вот. Так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть сдают. Я скорее в Баку пойду, чем туда. Между грузами есть узкие проходы. Говорят, давай через них. Там черт его знает, что творится. Никто не был. Тихо. Но с нижним все ясно. Да, я вон на шкуре твоей убедился. Как не смотри, жопа, а не место. Вот.
Надо как-то глушануть, но так глушану шло. Блин. Тут сложно. Но они там вдвоем. Тихо. Да, тут надо проверить. А? Это кто там внизу? Волноваться нечего. Все как у тебя. Ох, и набросали. Где внизу? Свиньи просто. Как мне их выманить? Одного присунуть, второго присунуть. Так, а где мне угнать? Ну, блин, я очень рискую. Я по-любому спалюсь, там их много. Рюндер, тихо. Может было пройти, не обязательно глушить их всех. Блин, а? Напряжно. Не прибить торговца, захватить буксир. Мне нужно выбрать тактику, которая позволит нам захватить. Можно подумать, кто-то нападать собирается. Наверху будет видно. Черт, я очень боюсь. Там наверху меня увидят. Может быть, как-то перебить этих часовых. Так, стоп. Давайте посмотрим, может быть, как-то мы уберем их всех, потому что они боковые мешают. Они меня увидят. Так, это тоже меня увидит. Так. Он, в принципе, видит, если мы его первого снимем. А где как забраться к нему, как? Эй, что там такое? Вон там внизу. Что это? Да ладно, только не спалиться. Ничего. Да, почудилось таки. Где он там ходит? А, понял. Там хоть знаешь, где враг. А что там в Астрахани вообще? Ну что, рынок один.
Сам-то город того. А причал уцелели. Ну и как, река очистилась маленько, торговая артель собралась. Я тоже там начинал. Причалы дезактивировал. А чего там-то? Ну а где? Все же город большой там. Прости, чел, но мне приходится это делать. Кэп наш и ушел на войны, хлеба. Ну и наши с ним. Кто жив остался? А как же туда теперь ходить? Угу. Этот мне не мешает. Ну вот так. Договорились мы со страхом. Ханский. Если что, придется заново голову переходить. Перепроходить. Ну а потом... Это свои. Тихо. Давай, герой, бди. Бди. А куда он пойдет? Если он своего товарища увидит лежащего, то это будет плохо. Как я попускал тут все, когда... Так. Стоишь тут, ждешь неизвестно чего. Лучше уж в бой. Смотри, слева. Там хоть знаешь, где враг. Ладно. Я сейчас спалюсь, наверное. Тихо. Там этих двое. Так, мы этих одного снимаем. В принципе, эти двое нам не сильно мешают. Там есть тоже. Но этих снимать сложно. Будет долгая серия. Блин, как мне их отвлечь? Тихо, главное, чтобы они не... Подозрительно, очень подозрительно. Тихо, тихо. Внимание, слева. А как тут патрулировать, когда кругом мусор? Прости, чел. Я же его не убил. Я его не убил. Почему мне не вспышка, но какой-то звук был? А где моя баночка? Хорош. Так, один из них есть тоже. Осталось там двое. Вон банка моя валяется. Тихо. Сохранимся. Похоже, его тут
Все как на учениях. Что там? Кто это там, а? За мешками? Ну вот, и тот мусор. Тихо. Сейчас попробуем его немножко оглушить по-другому. Тут сложновато, конечно, тут не так все просто. Тихо, тихо, быстрее, быстрее, да не застревай. Так, хорош. Вроде панику не подняли. Это уже замечательно. Так. Теперь надо того снимать, который сверху. Сохраняемся. Тут есть автосохранение, есть сохранение, которое я сделаю. Осторожно, слева. Да, я вижу. Так, ну что? Сейчас нам надо снять. А, может быть, сверху прямо спуститься. Ну, это не обязательно. Слушайте, а если угнать его было буксир, в принципе, никого не снимая вообще? Возможно ли такое? Попробуем сейчас наверх залезть. Тихо, он здесь. Когда он уходит. Так, хорош, сняли. Сохранение. Остался там, товарищ. Там. Там ходит или нет? Не видно, стоит там, наверное. А может быть и нет никого. Надо как-то обдурить их. Ладно, слезем с этой стороны, с другой. Я не хочу, чтобы мои убивали никого. Но я читал, что игра тоже может, даже если ты пройдешь, типа, можешь выполнить все, как бы, ну, условия, то есть не убивая никого, и то можешь черную, ну, плохую концовку дать. Но это бред, на самом деле. То есть, как бы, я вообще стараюсь очень так щепетильно к этому отнестись. Между баржами есть плот. Перелезь через борт. Между баржами есть плот. Перелезь через плот. С этой стороны, наверное. Они меня сейчас заметят. Мужики, идите, идите, гуляйте. Лови рыбку, я тебе не мешаю. Спокойно. Иди, 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 иди. Один утопился. А какой ко мне идет?
Так, сохраняемся. Угу. Пока ночное видение мы снимем. Он, получается, у нас стоит спиной, да? С того боку. То есть он... Или их там двое. Блин, как к нему подойти? Что такое? Вон рабочий. Сейчас посмотрим, что там. Надеюсь, что их там не двое. Ох, чувствую, сейчас начнется. Да нас тут ск... Что это? В проходе? Кто там? Вот тупость игры, да, вот. Я за это еще получил. То есть вообще справедливо. Вот, да идите вы. Короче, ребятушки, игра глюченная. Тут такой момент. Как только я вот этого товарища за бочками, я уже несколько раз пробовал. Не знаю, запишу я этот момент, не записал. Но выложил, не выложил. То есть я вот там за бочкой, за этой вот стоит мужик. Я его глушу, и начинают почему-то мои убивать всех. То есть стрелять по ним. Хотя меня никто не обнаружил. По большому счету. То есть это какой-то глюк игры. Я почти приблизился. Попробую ничего, никого не убить. Ну, сейчас не трогать вообще его. Пускай он мимо. Обойду его. Они просто стреляют. Так, тихо. Ничего здесь нет. Может попробовать подняться наверх и этого глушануть. Может быть, меня как-то сверху этот видел. Поэтому они как бы убивали. Но сейчас никто не стреляет. Тихо. Посмотрим, какая вспышка будет. Мне так, я не знаю, даже как голову переходить. Перепроходить, то есть переходить. Тихо, тихо, тихо. Дрени фени, прячемся. Да ладно, не жалуйся, нормально. Одного мы пропустили там. Он сзади нас остался. Просто если я его трону, типа меня кто-то заметил, и они начинают палить. Давай, 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 давай. Тихо. Там у начала нет никого у нас. В принципе, все, да? Давайте здесь сохраняюсь. Теперь я стал часто сохраняться. Это он уже сам, без меня. Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Барахло нас не интересует, а вот буксир другое дело! Взаймы! Если будете паиньками, сможете забрать его у моста! Все понятно? Да-да, конечно!
Прикажите всем сдаться, и никто из каравана не пострадает! Быстро! А, так мне можно было их не глушить. Слушай мою команду! Оружие сложить и сопротивление не оказывать! Вот и молодца! Приятно иметь дело с умным человеком! Вали! Отлично сработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Хорошая вспышка, кстати. Никого не убил. Так, что нам теперь делать? Наша цель — не перебить торговца и охватить буксир. Так, ясно. Ну что, ребята, готовимся к отплытию. Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Смотрю, что смотреть. Местам стоять, с якоря сниматься! Сейчас где-то полпути пройдем и часов до четырех в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего, да и они все после заутренней сонной будут. Так, смотрим, что дальше. Или там уже переходим в следующую локацию? О, ролик. Тихо. Артём, князь, мы того. Приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костёр. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Угу. Это уже мост. Блин, мне время уже, скоро серия до конца подходит. Эй, берегу! Держи коня! Придется вырезать. Наверху того и тапки. Удачи! Принято, товарищ полковник. Работаем. Блин, мост — это тоже целая операция. Пока я черную вспышку вроде бы не получал. Там какие-то были вспышки бом-бом. Город на мосту свечен для многих выгодных производителей реки. Контроль единственный на многие километры вокруг. Теперь право позволит нам более-менее спокойно переехать все эти годы, но сегодня мы нарушим их покой. Двигаться дальше, мы с князем прибираемся в сам верх, в местный храм, бывшую руку управления мостом. Как только мы заблокируем тормозной механизм, секция пойдет вниз, ровно все пары звонят через мост. Так, сохраняемся. Нет вашей царь рыбы уже. В принципе, тут... Может, их не перебивать всех? Нет, брат, не зря, Филон.
Как вернулся в храме, скандал устроил, но своего добился. Теперь вместо Семена за еретика молиться будем, понял? Ух ты, за еретика? Хотя дело богоугодное, но Семен, а потом что? Я вот тут. Перекрестился, порог поцеловал и обратно ушел. Да что тут думать, на ту сторону хотят, как все. На чего им на то И еще неизвестно, что сейчас случается. Из еретиков хорошо, как никто не возвращается. Что с тобой толковать? Стой вон, досмотри по сторонам. Может, еретики эти твои идут уже? Было меня когда сразу смотрел. Надо было тогда же ее. Если увидишь, сразу кричи, понял? Я вообще не знаю местоположение, где тут что. Блин! Да поднимайся, Артём. Блин, спалился. Да ядрит ма... Где мое оружие теперь? Ну да бред, тупой. Где мой автомат? Вот он, рычаг. Почему нельзя было показать, что рычаг надо поднять? Да, да, весело. По-быстрому сейчас. Так, оружие, 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 оружие. Вот это вот глупо сделано, что оно меняется. Куда мне идти?
кто примет ток и атом, и машины всякие, пройдет сам свободе. Лишь того, кто себя не заморал, пропустит бледные чертоги Господа за рыба! Славная рыба! И не убоимся прислых, что с войной к нам пожаловали, что напали на приют нас. И хоть стоит у наших ворот и дом железный, маслом машинным сверкающий, током электрическим не убоимся. Третьим во все руки прогнозы, ибо настал наш час. Так пусть будет птица ваша! Пусть нечистого безопасных и сожаления! И мы исполняем волю Господа нашего! И от него примут враги наши кару и воздаяние за грехи! И все, кто стоят у брат нашей обители, разъедутся, как пыль на ветру, когда исполнится воля его! Пока прохожу тихо. Вроде бы все, да? К концовке прибежал. Даже можно было мост не убивать. Добрались, значит, еретики. Это Силантий. Читал про него. Ух ты, шустрый Артём. Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего не понять-то? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Да не убивали мы никого. Крови напились. Уезжайте с глаз долой. Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит паству мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Как религия сильна, смотрите, да? Вы, главное, не стреляйте, а машинисту скажите, чтобы не гнал, мост еле дышит. И останавливаться нельзя, мост рухнет. Вам придется прыгать. Давайте убили. Мы договорились с местными, нас пропустят, если не будет стрелять, пойдем молодцом. Я честно, мост наугад проходил. По чутью просто. Но это уже не я, это роликом все. Неплохо мы сработали, Артём. Князь выживает. Пройти уровень Волга. Опустить мост. Князь выживает, это хорошо. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны, и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в мир. Да. И не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество — грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли это ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы еще не встретили. Мы пока не встретили. Давайте глянем, что там у нас уже. Чуть-чуть там спалился я, блин. Артём. Глянем ролик и... Просыпайся. Проснулся уже? Алёша какой-то. Чё за какие-то мужики с Алёшей? Тебя полковник в рубку зовёт. А я побежал. Сан, наверное, не с Алёшей, Сан.
Ну, как бы в игре, наоборот, видите, даже с религией. Молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. У нас ведь людей и так мало осталось. И, может, когда-нибудь мы сможем доверять незнакомцам просто... Просто потому, что они тоже люди. Нагрузила? Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. Вспышка будет хорошая вообще? Как бы она была тогда заранее. Так, что вот это у нас? Давайте глянем, не терпится. А, это я могу поспать, да, как бы так. А, послушать радио. Используй. Кинет, как слышите? Это Марколь, я в Джимете. Прием! Кинет, слышите как? Прием! Так, красавцы. Ладно, позже. Носитесь со своим Меньшиковым. А сколько он у вас в Иркутске-то прожил? 2 лет нету. Ты на Меньшикова бочку не кати. Забыл про зэков из-под Золотого, а? Торговать с ними кто начал? Э? Так и за это не ему, а Захару спасибо. Вот это мужик. Чьи-то разговоры. Через Байкал. Если он скажет, сразу по рукам ударит. А Меньшиков мне тьфу и растереть. Ясно. Ты немного берешь на себя, а? Найти музыкальную трансляцию по радио. На волнах нашего радио. Достижение в Steam получил я. О! Узнается песня? Авторские права. Это группа кино Цой. Песня это из слов. Ночь без сна. Так, ладно, выходим. Сколько мы уже дней в пути? Так, все, народ. Дядя Артём, там дядя ТТшник уже мастерскую доделал. Ай. Так здорово получилось. Новая заметка. Папа, я пишу, чтобы ты знал, когда вернешься, где нас с мамой искать. Потому что мы с мамой одни остались, и Силантий сказал переезжать в башню, а вагон сказал бросить, а я не хочу. Я хотела тебя в вагоне ждать, а мама сказала, что нельзя. А Силантий сказал, что ты не вернешься, потому что не прошел испытание веры. Но он все врет, и никакие испытания тебе не нужны, потому что вся их вера чушь. Я помню, что ты говорил, мама молчит, но я знаю, что она тоже ждет. Поэтому возвращайся скорее и поедем от этих дураков. Я тебя очень люблю, Настя. Да. Дядя Артём сейчас получит... Новое оружие. А, привет, Артём. Видишь, как я тут устроился. Как король, честное слово. Токарев. Верстай, какой шикарный. Что, тоже покурить вышел? И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами задали курсы, я его забрал. На оборудование мастерской пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. Ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем так дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа-то не початый край. Угу. Вот еще не решил ты костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честное слово. У князя он, Вроник спинную пластину вообще не держит. А он ржет. Хорошо, мол, не передний, а то без пальцев на ногах остался бы. Так что я из вас, разгильдяев, сделаю снова настоящую армию. В общем, у меня все. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Да, собственно, и мне тут есть чем заняться. Ломать снаряжение вся гораздо, а чинить так руки не с того места. Все, ладно, народ. Все, сказал. Я думаю, что на этом мы серию завершаем. Вернулся. Так, сейчас давайте я выключу радио. Да, ладно.
кто там у него? Все. Ладно, на этом я серию завершаю, народ, все-таки, потому что уже и так слишком долго получилось. Так что всем до следующего видео и всем пока.